Осторожно, открываем огонь. Водитель на Toyota Vista сделал рискованный финт прямо перед автоинспекторами. За этим последовала погоня и стрельба. Автоинспекторы Иван Гусинов и Дмитрий Свежук 25 октября, как обычно, заступили на вечернее дежурство. Обстановка была спокойной, на улицах тихо. Внезапно на дорогу вылетел водитель на Toyota Vista, который в нарушение требований дорожных знаков повернул налево и пустился на утек. Сотрудники ДПС погнались за нарушителем, который игнорировал все требования об остановке. Лихач удирал от инспекторов, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. Водитель гнал на красный сигнал светофора, выезжал на встречку, опасно лавировал между машинами. Погоня продолжилась на трассе Магадан-Балаган-Эталон. Нарушитель упорно пытался скрыться, тогда инспекторы достали козырь и открыли огонь из стабильного оружия. Открываем огонь! Пару выстрелов в воздух, и лихач отправил авто в кювет. Водитель пытался скрыться, однако был обнаружен полицейскими в лесу. Им оказался 17-летний житель Магадана, не имеющий права управления транспортным средством, рассказал Владислав Клепцов, старший инспектор по особым поручениям УГИБТ УМВД РФ по Магаданской области. На парня завели сразу 11 административных дел. 4 за проезд на красный, 3 за выезд на встречку, 2 за нарушение требований дорожных знаков и разметки, по одному за управление транспортным средством без прав и страховки. К делу подключена комиссия по делам несовершеннолетних. Лихачу грозит крупный штраф в районе 50 тысяч рублей. Возможно, парень не сможет получить водительские права в ближайшие несколько лет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.